Октябрь в городе Сакраменто, штата Калифорния, начинается с 39 градусов. В середине октября чередуется температура 33, 26, 33, 32, 30, 26. И после 22 октября явно холодает. Плюс 25, плюс 26, плюс 27. Сегодня у нас понедельник 2 ноября в 9 утра 21 градус Цельсия. Обещают, что с 1 по 5 ноября погода будет примерно одинаковая, 27 градусов Цельсия. В целом на улице очень зелено. Цветут разные цветы. Целые арки из зеленых растений с цветами. Если бы меня привезли сюда и спросили, какое это время года, я сказала бы, что это лето. В общем, цветет все, что находится внизу. А деревья уже не цветут, а желтеют, краснеют, и с них сыпятся листья. Там, где растут деревья, там и есть листья на земле. Идешь, зеленое дерево. Раз. Осень наступила. Оранжевое дерево. Идешь дальше. Хоп, уже глубокая осень, уже красное дерево. Но как только ты уходишь оттуда, где растут деревья, чтобы не сыпались листья, и где растут цветы, опять все цветет и зеленеет. Уходишь в поле, где стоят деревья, снова кажется, что это золотая осень. Золотистые деревья и опадающие листья. Кстати, листья убирают вот такой штукой, ветродуйкой. Таким пылесосом, который дует в обратную сторону.